Анонс 13 и 14 серии сериала «Стенограмма судьбы». В 13 серии Сергей раскрывает Анне шокирующую правду, которую недавно узнал. Оба понимают, что менять жизнь уже поздно. Галина становится заведующей детским домом в Невольске. Инга и ее муж Геннадий принимают важное решение, которое изменит их жизнь. Анна наконец отвечает на ухаживание Вовы, и он готовится сделать ей предложение. 14 серия. Сергей арестовывает. Анна старается помочь, доказать его невиновность и предлагает свою поддержку его жене Валентине, но та от нее отказывается. Тогда Анна решает обратиться за помощью к криминальному авторитету Феликсу. Иру в школе обвиняют в воровстве. Посмотреть очередные серии вы сможете 24 ноября.